Всем привет, друзья! С вами B16. Сегодня я расскажу, как залутать ящик через щель в дверном проеме. Для начала уменьшаем графику в ноль. Подходим к двери и высматриваем наш ящик. Давайте положим туда калаш и киянку. Обойдем дверной проем и посмотрим. Так и есть. Оно здесь. То же самое работает с маленьким ящиком. Нащупываем наш ящик. Смотрим. АК и патроны. Давайте поменяем дверь. Здесь все еще проще. Раз. Наша дверь. Поставим арморную. Да, попасть сложно, но возможно. Ну, друг, давай. Угу, где-то здесь, где-то здесь. Раз. Кинем топорик и полку. Проверим. Топор и полка. Давайте увеличим графику. Посмотрим теперь, и мы ничего не увидим. Если вам понравилось данное видео, делитесь им в соцсетях, делайте репосты из моей группы ВКонтакте, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, вступайте в группу в Стиме, подписывайтесь на Twitch. С вами был B16, удачи!